Вы это нафига поломились вниз? Наверх все бегите. Понятно. Ну, первые трое ничего это убил. Не откладывается еще ничего. Не играйте кошек, это обычный же режим дела. Да хер на этих кошек, просто бейте босса и все. Макс, кинь фиг на меня. Супер. Ребят, сбежка съесть. Ой, мама. Кас, отлично. Дикий вылезет. Сразу стану МД. Идите все. Что там себя станет? Бабах. Вот что значит бить буду. Оп, оп. Бейте босс. Сейчас будет лужа под диким защитником, отойдите от меня. Талик перед боссом. Еще наверное весь будет. Перед лицом все встаньте. Блять. Ну и ладно. Стоит типа 9 жизней, как делалось? Ну вот 9 вот этих луж должно быть. А у нас 9, было? 9. Кто по сугробам бегает, тот сугробы танчит. Такое время заходит. Так, то что зависит. Блять, хадир нужен. Как раз ачивка там, их 4 штуки, что ли, да? У меня хадир остался. Короче, Женя, Вутенг послезавтра будет. Блять, я еще усну. У меня прям уже глаза закрываются. Эник, Гетта с рейда ушла, Женя сразу спать. Я тебе говорил, я сутки не спал. И на работе я не спал. Тестостерон не вырабатывается, даже нет. Ну, вчера, кстати, да вообще похер было, сидел, даже спать не хотел. А ты сколько весишь? Просто мне интересно, типа, ну, говорят, кто за компом много сидит, худеет. Ну, 67. А вес твой, а рост? 170 чем-то.
А, ну это же нормально. Сколько у тебя на ДК часов с игр? Ну, я сейчас скажу. О, нихера. Будешь смеяться, но вот столько. Недавно только было 365. Сука, задроты, блин. Он меня все спрашивает. Бля, как ты так за 2 часа качнулся? Охереть. Вау, такие. Блять, ну головой подумай. Если знаешь, да-да, донат, баг, там что-то, ну. Как говоришь, ты X50. А что это такое? Что такие рейды? Это в Новый год такое? X50 это вообще топовая тема была. Так... Наша молодого. Я апнулся в последние дни уже X50. Последний. Перед тем, как с X10-20 объединяли. Окей, поставьте шкаф, у нас маг блинканулся в текст. Сам нормально в текстах. Короче, тактика, ну вообще ни о чем. Весь бой вы бегаете, прыгаете и дамажите. На месте стоять нельзя. РДД, кастанули. Побегали. Ну, это вот находили, да? Дали каст, отошли. Дали каст, отошли. Милики, просто прыгаете и дамажите. Вам вообще удобнее всего. Танк тоже. Там что, стакается, что счет, да? Да. Думаю, Макс нас спасет. Мазы спал. Короче, смотрите, будет кидаться. Где моя любимая лужа? Вот такая лужа, только синяя. Вы от нее отходите. Падает глыба в нее. Вы в нее заходите. А раньше заходите, заморозитесь. Будут еще маленькие лужи. Ну, таких средних размеров. Вы не бегаете по ним. Уже застанетесь и можете запороть ачивку. Но большие лужи и выбы это для всего рейда? Да. Okay. Большая лужа. Их две, по-моему, будет две или три, я уже забыл. Падает глыба, заходите внутрь. Она спадает, и вы выпрыгиваете. Дальше бейте босс. Ничего сложного. На тиаретр кейсе. Или у тебя протопал только? Надо. А у тебя ретрик есть? Фекси пока в ретрик. Юлина. Поехали. Прыгать не забываем. Вот эти вспышки убейте все быстрее. Старфолом там. Все, просто прыгайте. Ничего сложного. Я не помню, как стаки называются. Кто больше 2 стаков наберет, запарит чего. Вот тут от маленьких луж уходим. Сейчас большие будут. Скоро.
Вот, смотрим. Выбежали. Уж теперь забежали внутрь. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас выбежали. Маз диспел. Молодец. О, красиво сделано. Прыгните, прыгните. Сейчас опять большие появятся. Выбежали с них. Забежали. Как ты подох? Вас здесь подойти? Супер. Все дальше. Еще, наверное, одна будет. Беги, малыш! Выбежали. Разбежали. Они все рыба тоже попровалены. Убили кого-то? Не убивайте уже. О, хранители есть. Блин, включайте микрофон, кто так фонит. Ужасно противно. Кто в ловушку попал? О, какой-то. О, дробящие. Оно идет на ДФБ? 239. Нет. Насрать. Зато на трансмут красиво. Да херня какая-то. ФБ с хосту есть нормально. Тогда что? Не очень, если честно. Пойдемте на эту. Оранжерею. Стой, а кто заморозился у нас? Лок. Лок, красава. Вот просто типа. Понял? Вот этот лок, да? А он, короче, на уголоне. Типа, это была красная метка. Он в ней стоит прям до конца. То есть уже все. А, ты орешь в РК. Ушли, ушли, он стоит. Бам, полетел. Смотри, упал. Ну я поржал над ним, конечно же. Сейчас опять косяк. Просто вот. Гильдия Inspiration. А, ну так это не с вашей гильдии, пух. Не-не-не, ты чё? Не с нашей. Что мы Inspiration нас... Лича, мне кажется, только ходит, и то. С большим трудом. Забивайте. Быстрее, быстрее, быстрее. Аура, это. Аура, убери. Идемте. Прию просто убьем. По Шурику. Хрен лежим. Слишком далеко. Поднимите тех, кого там уронили. Да я эти мамонты поставлю. Давайте пошустрее. Я сейчас засну. Ты меньше зевай, Варка. Просто Жене надо пить вон по 3 энергетика, как я в день. Я не пью. Мне норм. Энергетики, а не алкоголь. Я ничего не пью. Даже воду?
Воду пью, вкуснятина. Зучку играем. Какую? Сырую? Сырую, конечно. С болота хрящу. О, я думал, с унитаза. Эти собаки пошли. Ребята, берите, пока закройте снег. Да, они не слышат ее. Я даже метку поставил. Мы, наверное, спрыгнем в ДНД, да? Втроем похилим. Я не знаю, как удобнее. Там зеленки в шмоте, блядь. Да и хер на нем. ДПС нужен. Один танк, три хила, стреляю ТД. Ну, ТД. Ксим обратно в ШП. Зерга надо бы. Что? Я потом к бургулятору в РС-ку запрыгну по горами. Я с ними тогда сидел. Там просто, знаешь, флут, ну прям все, кто хочет, орёт, там самогон верещал что-то больше всех. Не то, не трогайте, трэш. Они сейчас в РС-ке сидят, да, бульбулятор? Версия был с ними один раз. С кем я был? Блин, с тобой ведь я был? Чего? Да. Да с этими, с толстимами. Столько срача, столько матов там. Ужас просто. Это не по делу, кулак вору дайте. Я надеюсь, ему до 11. Да, чего? Расправил до 11 на самом деле. Ничего не понял, ну ладно. Я говорю, РТ до 11 на бьющем. Давай, ты требуйся. Крыма, Турина, Рома. Турина. Кулак вар дать. Все. Верс, дали кулак? Дайте вару кулак. Паладины. Кокс, дай кулак вверх. Сейчас дам. На маму кто стоит? Кокс, не зевайверка, Кокс. Что? Не зевайверка. Мне можно. Не двигайся сейчас, Сагриш, не все готовы. Что ты, Сагриш? Парасты. Гера, бурсты отдали. Под грибы все. Все под грибы. Вообще все. Милики к танку. Грибы подальше. Дерево убейте. Лучки. Кажется, забираем. Дару, нары. Убейте. Отлично. Домашний дальше. Вы убьете это дерево? Или в танке будет лупать его? Бросьте ПВР. Удары в унары. Убейте. Убивайте босс. Ужас. Дайте мне силы. Непутевый. Снова ясен. Благодарю вас, герой. Какая-то херня упала. А чё с боссов, кроме шмота, падает? Ну там с кого-то эти баджи, с кого-то с этих чё? О, плащик, вообще нормально.
Ну, такое. Это уже никуда. Надо ФП, то у меня вообще какашка. Мне не падает. Так. Додон. Дон-дон тебе надо? Дон-дон. Он не веркан. Да ему не надо. Во, видишь, ему не надо. Видишь, что он написал? Да, если что. Пожарного делаем? Ага, блять. Делаем. Командиры, возвращайтесь. Это как слезы примерно будет так же. Охуенно. Ну, слезы был шанс сделать, если бы не лаги. Так тут и пожарного есть шанс сделать. Легко делается. Те, кто спрофируют, не просто так. Бавная пушка. У тебя есть, не знаю. Изи. Вот это вот. Нет, не это. Блин. Как кинуть на ролл? Да просто шумками. Короче, ролльте то же самое, но это ларил алхимик. Но он тут не отображается. Только алхимики. Просто уступаешь? Конечно, ага. Красава, давай выйду. Ты или чё? Зачем он тебе нужен? Давай я открою, а там мне по-любому на СПД я тебе передам фласки. Давай. Давай, кидай войду, слышишь? Где ты? Да где ты, блядь? Где? Вторая пати. Ты подойди. Так он не дал мне ларищу. Да ты, я тебе дам. Так, туда, да тихо вы. А. Вообще-то да, портал. Мы идем на Торима. Не знаю, зачем мы побежали туда. Трашки с ПДшной мои. А куда портовимся? Торима. Далара. Как называется ТП? Дикой магии. Куда? Даларан. Я не знаю, зачем вы куда-то портовались. Команда какая-то была. Фига там бесконечной ярости упало сколько. Эликсир какой-то гуру. А, ярости. О, 5 штук. Сейчас, подожди, создам. Оставь себе. Ну, ярости, да, я уже оставлю. Ну, нажимай, что-то там. О. А он их по 2 создает, да? А нужен этот северный ворот? Нет? У меня вообще-то алхимия, если чё, вы там в чатике горите. Могу линкануть. Да, у меня тоже алхимия. Юль. Юля, ты тут? Чё, не стой под молнией, не стой под молнией, осилим? Обычный режим. Там раньше ведь комнату надо, да, закончить? Нет, наоборот, подольше. А, там какой-то касс. Все, вспомнил. Стой под молнией. Вот эти вот молнии, которые идут из столбов. Нельзя под них попасть. То есть рядом с ними даже нельзя стоять. Не то, что в них. Короче, смотрите. Будем бить босса. От босса будет идти такая, как две полоски, такие молнии по полу.
Вот видите, сейчас от моба пошли молнии по земле. От шаманов вот идет. Вот она будет. Две их такие идти. Вам нужно встать перед лицом босса. Танки всегда будут ставить босса так, чтобы лучик, ну, полоска эта шла за спину босса. И весь рейд постоянно должен поворачиваться. И быть перед дрожью босса. Плюс соблюдать при этом ренджу. Так что тут все зависит только от вас. От каждого. Один косячит, это все запор. Я вот никогда не понимал эту ебучую ачиву, блядь. Ну понятно, типа ты за босса должен стать, а рейндж как при этом соблюдать? Там же пиздец. Ну надо бы все это его прописать. Не знаю, мы, короче, последний раз сделали, у нас хантер запоролся у чата. Но рейндж никто не держал. Типа, все стояли в куче и били. Чем успех, если в хила? Окей. Да, тут жопа. Если честно. Что же в танке? Так давай-ка еще только быстренько, я что-то прослушал, блядь. Копили, блядь, у меня шум стоял, не успел выключить. Юль, это... Раскидай, кто в туннеле, кто на арене станет. Просто смотрите. Сейчас, часть. Рейда идет в туннель, часы рейда на арене остается. Вы тут бегаете, убиваете трэш, стараетесь не умирать. А у нас лог в РК или нет? Не знаю. Старайтесь не умирать. Который лог? Не врывайтесь, можете помолчать? Мы спускаем босса. Когда те, кто в туннеле пройдут, подойдут боссу, никто босса не трогает. Я первый ударю. Вы просто не спрыгиваете, помогаете трэш добивать. Дальше. Я спускаю босса. И вы все смотрите внимательно. Можете даже не соблюдать ренджу. Те, кто может, ну это, умеют быстро ориентироваться. Сразу набирайте. Те, кто не может, по вам просто дамаг сильный придет. Ну, кому-то не повезет, вы просто сдохнете. Смотрите внимательно, как будет босс стоять. Вы всегда должны стоять перед его лицом. Еще раз говорю, за боссом будет маленькая такая, ну, по размеру фрейма, луч такой идти в стену, молнии такие. Его сложно не заметить. Четвертая и пятая пати. Спулили, Женек. Выпустили. Кого спулили? Кого не спулили? Бой повесился, нет? Нет. Четвертая, пятая пати, подойдите к туннелю. Остальные все в центр встали. Кто на арене остался, не врывайтесь. Паладины там... Этот... Стан давайте. На моба. Я уже забыл, как они называются. Защитники, пауки. Убивайте моба. В туннеле никто вперед танка не идет. Никто. Погодите, вы? Я помню вас. Направо все перебежали. Но вы? Что это? Налево перебежали. Направо перебежали. Быстрее, не тормозите. Налево перебежали.
Фокс спекнулся в танке? А? В танке спекнулся? Нет. Замечательно. Короче, ты если мы с тобой еще будем тащить, не знаю как, не надо делать. Кем же кинешь на меня эсэсщик, когда я спущусь сразу же? Хилбот во время боя можно как-то запустить? Нет. Нет? Нефти выключу. Чем вы бьете таргет, который не, в та- не у танка? Вы умереть хотите? Я не осьминог. Я только одну цель вижу. И вижу. Мимо босса пробегаете, в таргет его не берете, просто мимо пробегаете, прыгаете вниз. Туди. Иди пока трэш. Рома, сам скинешь? Или нет? Потом не нарка. Ну чё, поехали? Сутро. Подожди. Сейчас трэш вы добиваете. Блять. Мэл фрэс и лес. Все рассосали, стали перед ровертанк. Смотрим лучше где. Внимательно смотрим на пол. Перед лицом босса все ушли от луча. Быстрее, быстрее, сова. Понятно. То, что я сказал перед рожей встать, непонятно. Но. Бля, мельком. Бейте. Плевать. Можно миликом запороть. Там можно просто через босса перебежать. И лицом со стали. Стоят там далеко, они могут прямо в конус попасть. Но, блин, миликом просто перебежать и встать в танк. Но извините. Вот это тоже одна из жестких ачив, но она очень легко делается, если просто не тупо рылить. Тут
тут надо раз 10 поприходить сюда, чтобы не попрыгать. Да, мы пришли тогда с первого раза, все сделали. С одного трая. Мимирон? Я уж боюсь пожарника делать. В обычке убьем. Пожарника, я думаю, даже не стоит. Портал открыт, если что, есть кровообожжение. Можем ачивку только сделать с этим. Моба заведут. Как оно называется, типа карта? Еще не готово. Не очень дружественный огонь. Что-то такое. Да. Не. Куда портуешься? Сейчас вспомню. Воображение. Не такой уж и дружеский огонь. А еще там одна. А мозг такой, что ли? Не в хиле быть или нет? Да. Хотя. Сколько у нас хилов? Юлия, Макс, не останься в хиле. А, во, мина. По минам, чтобы никто не пришел. Да, мне понравилось. О, мина, я думаю, что-то. Короче, на полу будут мины. Ну, конечно, это... Вообще без толку объяснять. Один хер запорит. А Визакс, вот это убили? Нет.